Антон Голоцуцков. Руссия. Это тот снаряд, который мы не выиграем уже лет 20. А, значит, вот сейчас вот он выполнил поворот на жердях. Немножко трудно. Вот сальто над жердями. Но тяжеловато исполнение. Поворот на 360, и везде чувствуется подготовка. Долгая, я бы сказала. Вот поворот спиной назад вокруг одной репки. И второй раз повторяет. В упор это на предплечьях. Да. Ну и вот это соскок группы «Д». Двойной сальто согнувшись назад. И здесь же будет сейчас работать Рашид Касумов. То есть мы как раз и посмотрим тех, кто вот в эту самую первую команду не попал. Но команду, которую мы ведем со снаряда на снаряд. Почему бы, собственно, и не посмотреть на тех, чьи имена известны, но вот не во вчерашней квалификации они были удачливы. Вот я еще хочу про Девятовского продолжить, как он выполнял Брусья. Особенно, когда имели мы с вами возможность видеть лучших исполнителей, как это китайцы, Словения, этот же парень, да? Здесь как бы тренировочный вариант, я бы сказала. Не контрольный, а именно тренировочный. Он сделал элемент, подумал, пошел на следующий, опять подумал. Немножко хуже, немножко лучше. Ой, как надо вот эти тысячи раз повторений.